Огонек. Небольшой, но все же уже поприятнее немножечко. Это с утра совсем ничего. Клевочка. Неплохой окунек. Клюнул. Метров, наверное, 10 тут. Хорошенький. Ветер задует. О, какой. Ага. Какой неплохой. На мотыля с опаршем. Вчера вот такие вот такие брали. У меня сегодня тоже переохлаждение. Ну, окунек, но небольшой теперь. Ну, хотя бы такие брали. Ну, да. Будут? Ну, поменьше, чем первый, но тоже ничего, пожарить пойдет. О! Ну. А это у тебя камера с голосовой? Не-а. Это нажимать надо. Ух, успел. Мормышку оторвал, да? Я не понял, похоже, что да. Ну да, оторвал. Мормышку, блядь. Реакция есть, дети будут. Хватит, и так есть. Да, хороший, тоже за 300 шелся. Снова он там тянет. Но вставать я не буду, у него собака трезвая, такая же дурная, как он пьяный. О. Нормально ты там. Надо обуриться вокруг тебя. Жалко, можешь. Заснимем твоего съедобного. Еще не дошел. А, ну нет, такие ничего. Да, ну нормально. Ну тоже такой. Не крупный, но пожарить пойдет. Хоть что-то. О. Пузырь, да, сразу выскакивает. Привет, сегодня озеро Сиверс. Сегодня нашел я место, где Виталий всю рыбу вылавливает. И вот он сегодня всю рыбу тоже оставил. Вот таких окуней он уже с утра тут. Ну как с утра, к обеду? К обеду ближе, да. С утра ничего не было. Нашел я луночку. Нет, у меня поменьше там, штучки 4. Вот. Погодка ничего, с утра было 17,5 градусов, ветер, холодина. Сейчас ветерок тоже дует, ну, солнышко потеплело, отлично. Так что пробуем еще найти, 12 часов уже. Так, ну еще клюнул один. Не знаю, ветерок. Оп. Ветерок будет мешать, не будет. Камеру закрыл ящиком, но... Ну, немножечко дует. Ну, попробуем поснимать, показать вам. С другой стороны все, если получится. Уже забрели мы вон куда, сегодня на середину Сиверса, а возвращаться вон туда. Так что ловим, показываем, а потом идем домой. Поклевочка, ну, какая-то вялая, и окунь вроде не совсем мелкий, более-менее, а клюет как голубь какой-то, вообще дохлый. Красавчик. Ну сейчас уже хорошо, солнышко пригревает, шикарно, даже ветерок нам особо не помеха. Весь день без палатки. С утра хотел,
палатку взял, хотел где-нибудь ее, ну подумал, ощущения-то не те в палатке-то, как в любом чехле, так что ловим, наслаждаемся рыбалочкой. Ну, поисковая очень рыбалка там. В лунке так очень трудно найти, в которой будет постоянно клевать. Движемся, ищем, буримся. Вот одного вытянешь, потом такая дребедень и все. Ну это совсем уже не наш размер. Ну, в принципе, даже его пожарим. Поклевка, ну еще меньше. Ух ты, батюшки. Такого даже мы не жарим. Еще клюнул. Уже более-менее. Поклевка тоже не очень вяленькая была. Не хочет. А, не, какой-то. Мелкий. Какой-то. Ну не, ничего. Не, ничего. Угу. Казалось, что мелкий-то клюет. Угу. А так вполне хороший. Такой. О, какой! Славный. Но. Очень даже славный. Клюнул. Не крупный, но. На, да, вот. Бля. Клюнул. Ну, небольшой, но нормальный. Такой, хоть такой изредка. Вот. Вполне, вполне. Дай. Клюнул. Ну снова такой небольшенький, но такой еще один клюнул, тоже жаренок. Нормальненький, красивенький. Да блин. Крупнее на безмотылочку. Гвозди шарик. А, блин, сорвался. Ай-яй-яй, под самым верхом, козел. Ну вот сейчас даже расклевались окуньки небольшие на безмотылочку. О. Без мотыля, гвозди шарик. Вот такой. О, 4 окуня. Потом бы заставит меня леску покупать. Это да. Ты знаешь, какая у меня дорогая леска? Так, ну, без 10:03 уже суббота, хочется в баньку, хватает рыбы. Так, ну вот мой улов сегодня. Ну, самый такой красивый окунек. Остальные такие. Ну ничего, на жаренку пойдут, мелких я отпускал. У меня куричек, как у Виталика, нету, мне они не нужны. Но, Виталя, показывай рыбу. А что мне показывать? О, целый куль набил. Ничего особенного. Так, немножко. Не, ну вот этот это конечно, красавчик, красавчик. Хотелось это бы все, все такие. Но... Да. Ну, сейчас и прикинем на весы Виталика. Так, взвешиваем Виталика рыбу. Два 350. Да то у тебя, по-моему, весы замерзли. Может быть. А ты думаешь, больше? Да не,
Ну я так думал, что как-то около 300 показалось. Ну, 2-350 показало. Нормально. Да. Ну, может, весы врут, не знаю. Виталий на глаз говорит, у него 7. Трешка, законно. Так что все. Спасибо озеру Сиверс. Хватает. Хоть так, с утра было холодно и не очень, рыба не клевала. Сейчас клюет. Мелочевка поклевает, может, и покрупнее можно было бы найти. Ну, хватает нам сегодня. Завтра я на корешку, ловлю корешку. Показываем. Все, всем пока.